Мы имеем верное свидетельство жизни, смерти и славного воскресения Христа. Святое Евангелие. Проповедь Святого Евангелия – победа жизни над смертью. Одно из свидетельств этой победы дошло до наших дней. Кусок ткани, которым обернули распятого Христа, положили во гроб, в котором он и воскрес. Человеку свойственно сомневаться во всем. Сомневались иудеи в том, что Спаситель должен воскреснуть. Сомневался и Понтий Пилат. Когда жена спросила его: «Чем ты искупишь свою вину, если осужденный тобою действительно Сын Божий, а не преступник?» Пилат ответил ей: «Если он Сын Божий, то он воскреснет. И тогда первое, что я сделаю, будет запрещение чеканить мое изображение на монетах, пока я жив». Сомнения и страх побудили выставить стражу и наблюдателей. Действительно ли воскреснет тот, кого не распяли? И он воскрес. Грек Гермидий, биограф правителя Иудеи, был непосредственным свидетелем этого события. Он по собственной инициативе, из любопытства, отправился в ночь под воскресенье ко гробу, в надежде, что Христос не воскреснет и останется в земле. Вот что он пишет. «Приблизившись ко гробу и находясь в шагах 150 от него, мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба. Два человека сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо. Нас обогнала стража, шедшая ко гробу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он исходит из движущегося сверху сияющего облака. Оно спустилось ко гробу, и над землей показался человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это время ко гробу справа от нас по тропинке шла женщина. Она вдруг закричала: «Открылась! Открылась!» И нам стало видно, что действительно очень большой камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам собою поднялся и открыл вход в пещеру гроба. Мы очень испугались. Потом, некоторое время спустя, свет над гробом исчез, стало тихо. За Христом во время его земной жизни ходили толпы народа. Фарисеи и первосвященники цеплялись за каждое слово Спасителя, пытались уличить его во лжи или оклеветать. Они не успокоились даже после распятия Христа. Принято думать, что у гроба Спасителя никого не было, но исторической науке известны 230 письменных свидетельств людей, которые в этот момент были сами у гроба или описали это со слов прямых очевидцев. Один из них – казначей Синедриона по имени Мафиркант. Именно из его рук Иуда получил за предательство 30 серебряников. Мафирканту пришлось быть у гроба Господня перед самым моментом воскресения. Он прибыл сюда для оплаты стражи, стоявшей у гроба. Наемная стража получала плату после несения каждого караула. Он видел, что гроб Христа надежно охраняется. Выплатив деньги, Мафиркант ушел, а стража осталась до конца смены. Но не успел он удалиться, как раздался удар грома, и громадный камень был отброшен неведомой силой. Возвратясь ко гробу, Мафиркант увидел над ним исчезающее сияние. Другое свидетельство принадлежит известному врачу, близкому к Пилату и лечившему его. Эйшу, видный сирийский медик и натуралист, был широко известен как на Востоке, так и в Риме. Эйшу также был очевидцем погребения Христа. В субботу он дважды осматривал гроб,
А вечером, накануне воскресенья, по приказанию Пилата, он отправился туда с 5 помощниками и должен был провести у гроба всю ночь. Зная о пророчествах относительно воскресения Христа, Эйшу и его помощники-медики тщательно исследовали все, связанное с Христом и его смертью. «Мы все, врачи, стража, — пишет Эйшу, — были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший может воскреснуть. Но он действительно воскрес, и все мы видели это собственными глазами». Это лишь малая часть источников, говорящих о воскресении Христа. Среди достоверных сведений показаний Епифания Африкана, Евсевия Египетского, Сардония Понидора, Ипполита Македонянина, Аммона Александрийского, Соберина Грека, Исаакия Иерусалимского, Константина Тирского. Это имена тех, чьи свидетельства Господь донес до нас спустя тысячелетия. Донес Он и чудесно сохранившуюся ткань, в которой находился Он после распятия, в которой Он и воскрес. В итальянском городе Турине с 1694 года хранится уникальное льняное полотно. Это плащаница Господня. Святыню тщательно оберегают. За последние 100 лет ее показывали всего 3 раза. Ткань,
которые перед погребением обернули тело Спасителя и в которой Он воскрес. О первых детальных осмотрах Туринской плащаницы Россия узнала в конце XIX века по публикациям, осуществленным с благословения Священного Синода. Вблизи отпечатки на ткани воспринимаются как неуловимые и расплывчатые пятна золотисто-коричневого цвета без четких контуров. Но если отступить на 2 метра и более, то эти пятна складываются в неожиданную картину. На ткани становятся видимы очертания человеческого тела и лица, точные и детальные анатомические и физиологические подробности. Плащаница за свою огромную историю неоднократно попадала в пожары. В наиболее разрушительном для нее пожаре 1532 года появились 2 широкие полосы прожогов на линиях сгибов по бокам изображения. Впоследствии на прожженные места были наложены заплаты. Светло-желтое полотно соткано в елочку. В древности эта высококачественная льняная ткань называлась «Дамаск» и стоила очень дорого. Из Дамаска были сшиты покрывала ветхозаветной скинии, одежды священников Иерусалимского храма и левитов. Как установили исследователи тканей, после первого века Дамаск постепенно исчезает из производства и в Средневековье уже забыт. После крестной смерти Спасителя Иосиф и Никодим, тайные ученики Христа, сняли с креста пречистое тело своего Учителя и Господа, покрыли плащаницей и положили во гроб. Быть может, единственный раз за все время своей земной жизни «одеяйся светом яко ризою» облегся в такую тонкую и драгоценную одежду. Научное исследование полотна началось в Сорбонне в 1900 году. Оказалось, что на ткани цветное негативное изображение человека, которое появилось в результате неизвестного науке процесса. Человек этот был подвергнут страшным пыткам и распят на кресте. Затем его тело сняли с креста и обернули льняным полотном. Это полотно и донесло до нас с точностью и детальностью фотографии следы перенесенных им страданий и мучительной смерти.
Туринская плащаница, отрез полотна чуть больше 4 метра в длину и 1 метр в ширину. На нем проступают расположенные симметрично голова к голове 2 отпечатка мужского тела. На одной половине плащаницы образ мужского тела со сложенными впереди руками и чуть согнутыми ногами. На другой половине его изображение со спины. Удлиненный овал лица, глаза, посаженные близко к переносице, довольно полная нижняя губа, нос восточного типа. Перед нами человек, принадлежащий к семитскому типу, который в настоящее время может быть найден среди родовитых евреев и знатных арабов, заключает этнограф. Борода и волосы на голове разделены посередине. Маленькая косичка на затылке заплетена свободно и не стянута узлом. В библейское время такая косичка была отличительным признаком мужчин еврейской национальности. Это взрослый, хорошо сложенный, физически развитый мужчина. Смерть наступила за несколько часов до того, как его тело было завернуто в полотно. Плащаница соприкасалась с телом Спасителя не более 2-3 дней, точнее, не более 40 часов. Сзади четко отпечатались голова, спина и особенно область таза. Ноги почти до колен, затем перерыв, далее видны икры и снова перерыв над сухожилием Ахиллеса. Затем четкие отпечатки пяток и опущенных ступней. Тело отпечаталось с разной степенью насыщенности в абсолютно верных пропорциях. На плащанице остались следы крови из многочисленных ран на теле. Вся совокупность фактов свидетельствует, что образ на ткани возник тогда, когда тело лежало на одной половине плащаницы, а другая половина, обернутая через голову, покрывала его сверху. В 1898 году археологу, адвокату и фотографу-любителю впервые разрешили сделать фотографию плащаницы. Древнее льняное полотно было представлено на международной выставке религиозного искусства в Париже как плохо сохранившееся творение древних христианских художников. Во мраке лаборатории, на фотопластинке, на темном фоне негатива проявился позитивный портрет Христа Спасителя, рельефный портрет божественной красоты. Его черты исполнены необыкновенного величия духа и в то же время безграничного терпения и милосердия.
На плащанице, как и на любом негативе, отпечатки лба и носа темные, а тени лица белые. Из-за этого лицо может показаться суровым, взгляд широко открытых глаз резким и недовольным. До изобретения фотографии свойства негативных изображений не были известны. Поэтому многие древневизантийские иконы так или иначе воспроизводят эти особенности негативного изображения лика Спасителя. Можно предположить, что иконография образа «Спас нерукотворный» восходит к повторению и переработке изображения лика на Туринском полотне. Воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. Толпа кричащих и смеющихся солдат. Один из них набрасывает на плечи Спасителя красный солдатский плащ и сует ему в руку обломок тростниковой палки. Другой, стараясь не порезаться, сплетает колючие ветви терновника. Столб для бичевания. Радуйся, царь иудейский. Издевательство римских легионеров над приговоренными к казни получило название «Близкая смерть». Судебный эксперт, принимавший участие в исследованиях плащаницы, пишет: «Каждая рана была нанесена самым настоящим образом и соответствует тому типу орудия, которым ее наносили. Каждая рана кровоточила так, как это обычно бывает при таком ранении. Потоки крови истекали в полном соответствии с законами гравитации». На голове Спасителя по кругу 30 потеков крови. Это раны от шипов терновника. Некоторые потеки имеют отличительные признаки венозной и артериальной крови. Один потек на лбу напоминает по форме цифру 3. Терновый шип вонзился в вену, отчего мышцы лба сократились, и образовался сложной формы кровоподтек однородной венозной крови.
Из раны правого виска кровь текла двумя струйками. Один из шипов задел височную артерию, и артериальная кровь истекала прерывисто, толчками. Это неравномерно окрасило полотно. Проколы от шипов покрывают всю поверхность головы. Терновый венец был не таков, каким его обычно изображают. Он имел форму круглой шапочки и должен был напоминать митру, головной убор восточных правителей. Тростниковый каркас переплетали ветвями терновника, а шипы загибали внутрь к голове. От каждого удара палкой по этой терновой митре шипы вонзались в голову все глубже и глубже. Так запечатлела плащаница положенного во гроб Спасителя. От плеч до ног по всему телу находятся многочисленные травматические повреждения, сделанные римским флагрумом, кнутом с тяжелыми гильками или шариками на концах. В центре удара раны темнее. При ближайшем рассмотрении следы от ударов имеют вид закрытых колокольчиков. По краям пятна светлее. Там долго текла сукровица, раны раздражались одеждой и медленно сохли. Страшными разрывами усыпана вся спина, поясница и ниже. На плащанице остались следы 98 ударов флагрума. Спасители избивали с большой силой от плеч до ног, исключая только зону сердца. Удары в этой области могли быть смертельны. Каждая рана имеет длину приблизительно 3,7 сантиметра. Кнуты делались из одного, двух или трех ремней затвердевшей кожи с металлическими гирями, гвоздями или шариками на концах. На плащанице видны следы 59 ударов бича с тремя концами, 18 с двумя концами и 21 с одним концом. Спасителя избивали тремя типами мечей. Расположение ран показывает, что солдат с кнутами было двое. Один из них стоял слева и бил слева направо, другой справа в обратном направлении. Ярко выражены раны на предплечье. Маленькие тяжелые гирьки падали на руки, которые по римскому обыкновению были привязаны к низкому столбу.
Спасителя согнули и продели кисти в кольцо. Как считают судебные эксперты, Христа за вздернутые руки привязали к столбу и били сначала по спине, потом по груди и животу, орудуя бичами круговым движением с плеча. При первых ударах кожа вздувалась и багровела, а потом лопалась. Затем осужденного на смерть стали избивать палками. Его били по голове, лицу, рукам, по всему телу. На правой щеке длинный кровоподтек. Этот удар был нанесен человеком, стоящим справа. Удар повредил щеку и сломал носовой хрящ. Кровь запеклась на лбу и на волосах. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Под конвоем сквозь шумную толпу ведут приговоренных к смерти. Двое из них — преступники и убийцы. Третий — невинный страдалец, искупительная жертва за грехи всего человечества. На казнь он шел босым. В области правой пятки полотно впитало много земли и пыли. В них содержится арагонит с примесью железа и стронция. Это довольно редкое вещество присутствует в почве Иерусалима. Тот же тип пыли остался на колене и на кончике носа. Под тяжестью креста Спаситель несколько раз падал. Сам же крест оставил две раны на нижней части левой лопатки и на правом плече. Оба колена сбиты, на левом кожа рассечена при повторных падениях, веревка на ногах также растирала кожу до крови. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Четырехконечный крест был сделан так, что посредине вертикального столба приделывался небольшой брус. Обычно доска с именем осужденного, реже с добавлением причины смертного приговора, прибивалась к вертикальному столбу одновременно с пригвождением ног. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Был час третий, и распяли его.
Оба запястья темные. Кровь текла из сквозных отверстий. Рана от гвоздя видна только на левой руке, которая лежит поверх правой. В центре кровавого пятна можно различить квадратный след, чуть меньше 1 квадратного сантиметра. Это рана от кованого металлического гвоздя. Руки пробиты не посредине ладони, как это часто изображается на иконах, а выше, у запястий. От одного удара молотка гвоздь пробивал запястье насквозь, не задевая костей, так что рука могла нести вес тела в течение долгого времени. Однако гвоздь задевал серединный нерв, и большой палец при этом непроизвольно пригибался внутрь к ладони. На ткани видны отпечатки только 4 пальцев обеих рук. На православных изображениях распятия каждая нога Спасителя пригвождена отдельным гвоздем. Эта традиция возникла в IV веке, когда было обретено животворящее древо креста Господня, и иконописцы сами могли увидеть отверстия от гвоздей. Подтверждает это и медицинская экспертиза кровавых следов на ткани. Во второй половине XIII века в католической церкви появляются изображения, на которых скрещенные ступни прибиты одним гвоздем. Возможная причина этого – отпечатки на плащанице. Хирург, пристально изучивший фотографии отпечатков ступней стуинской плащаницы, утверждает, что отпечаток правой ступни полноценен, а левая ступня отпечаталась в основном в области пяточной части. Левая ступня частично положена на правую. В середине ступни 4-угольный сгусток, след раны от гвоздя. По следам крови на ступнях видно, что при распятии она сочилась из ран вниз по пальцам. Когда оба гвоздя выдернули, то кровь потекла вниз и залила пяточную часть ступней. Таким образом, плащаница свидетельствует, что ноги распятого прибивали 2 гвоздями. Визуально кажется, что ступни ног сложены 1 на 2. И средневековые живописцы, видевшие туринское полотно, могли предположить, что ноги были прибиты 1 гвоздем. Таким образом, в православной иконописи сохранился наиболее древний и подлинный канон изображения распятия. Главный иудейский праздник. В Иерусалим стекаются толпы паломников со всей Иудеи. Мимо Голгофы проходят они городским воротам. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста».
Чтобы сделать вдох, спаситель подтягивался то на одной, то на другой прибитой руке. При этом предплечье поворачивалось, и рана причиняла страшную боль. Руки были подняты вверх под углом 65 градусов относительно горизонтали. Когда он приподнимался, чтобы глубже вздохнуть, от струи крови, стекавшей по руке к локтю, отделялись поперечные струйки. Они свидетельствуют о том, что Господь приподнимался с помощью то правой, то левой руки. На затылке следы крови видны особенно отчетливо. Она струится то вправо, то влево, в зависимости от того, в какую сторону Христос наклонял голову. Грудная клетка чрезмерно расширена. Медицина утверждает, что это соответствует медленной смерти через распятие, когда, чтобы сделать вдох, человек должен приподниматься на прибитых ногах. Выдвигались две вероятные причины смерти на кресте. Первая – это смерть от удушья, судороги мышц и, как следствие, неспособность приподняться, чтобы вздохнуть. Вторая – это смерть от потери крови, остановка сердца из-за резкого снижения кровяного давления. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Часа возопил Иисус громким голосом: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Мертвое тело со склоненной головой неподвижно замерло на кресте. Двое других распятых все еще живы. Выполняя приказ, стражники переламывают им голени, и приговоренные бьются в агонии. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. С
С правой стороны, между пятым и шестым ребрами, видна овальная рана размером около 4,5 на 1 сантиметр, нанесенная острым колющим предметом. Легионеры специально тренировались наносить удары именно с правой стороны, незащищенной щитом. Кровь из раны текла сначала вниз, а затем, когда тело сняли с креста и положили на землю, в обратном направлении. Все авторитетные ученые утверждают, что рана была нанесена уже после смерти, поскольку из нее вытекло небольшое количество вязкой, свертывающейся крови. Если бы тело после снятия с креста немедленно завернули в плащаницу, то ткань была бы насквозь пропитана кровью. По мнению врачей, копье пронзило плевру, легкое, и повредило сердце. Изучение областей с кровью показало, что пятна состоят из красно-оранжевой аморфной корки, запекшейся на поверхности волокон и в просветах между нитями. Кроме того, следы бичевания светятся в ультрафиолетовом излучении из-за отложения вокруг них крови и сукровицы. Исследования под рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами и спектральный анализ показали, что кровь мужская и относится к четвертой группе. Высокое содержание билирубина в крови подтверждает то, что жертва подверглась издевательствам и пыткам. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Oh.
день тот был пятница, и наступала суббота. В Римской империи тела казненных через распятие должны были висеть на кресте до тех пор, пока их не склюют птицы. Только в Палестине распятого и уже умершего человека после смерти снимали с креста. Тело почившего спасителя положили на камень, омыли раны и умастили ароматным маслом. Эта каменная плита – камень помазания, великая святыня всего православного мира, до сих пор хранится в Иерусалимском храме Воскресения. А затем, через некоторое время, тело Спасителя поместили в плащаницу. Голову Христа положили примерно в центр, а свободным концом полотна покрыли тело сверху. От ступней до края ткани осталось еще около 30 сантиметров. Микрофотографирование в поляризованном свете и компьютерное сканирование изображения позволили восстановить трехмерный прототип. При этом на глазах Спасителя были обнаружены отпечатки монет. Евреи в начале нашей эры клали на глаза погребаемого монеты и с ними хоронили усопшего. На полотне отпечатались некоторые элементы рисунка монет. Одна из них, лептопилата, весьма редкая, с орфографической ошибкой в надписи. Это та монета, которую Понтий Пилат пустил в обращение в Иудее незадолго до распятия Спасителя. А это было высокой честью – чеканить на монете свое изображение рядом с изображением кесаря. Когда Пилату стало известно воскресение Христа, он выполнил обещание, данное своей жене, и запретил печатать на монете свое изображение. На плащанице обнаружены следы рассыпанных вокруг тела цветов. Отпечатки 28 видов идентичны с теми, которые растут на Ближнем Востоке. 20 из них произрастают непосредственно в Иерусалиме, а другие 8 – в его окрестностях. Цветут эти виды только весной, в марте-апреле. Это время иудейской Пасхи. Медицинские исследования смогли дать лишь приблизительную оценку роста, веса и возраста погребенного в Туринской плащанице. Ученые реконструировали положение тела Спасителя в гробнице. Усопший был положен на спину, ноги были согнуты в коленях так, что бедро составляло с горизонтом угол примерно в 30 градусов, а голова покоилась на высокой каменной подушке. При таком положении тела точно определить рост невозможно. В свою очередь вес вычисляется на основе приблизительного объема. Что касается возраста, то он определяется еще более условным способом, по закономерностям изменения внешнего облика человека в течение жизни. Рост погребенного в каменной пещере у стен Иерусалима Спасителя составлял от 175 до 180 сантиметров. Вес от 75 до 85 килограммов.
ориентировочный возраст от 30 до 45 лет. Это предел возможностей науки конца 20-го столетия. Но даже эти приблизительные сведения дают результат с далеко идущими последствиями. Туринская плащаница открыла некоторые из сокровенных тайн, свидетельницей которых она была. То, что произошло в маленькой, высеченной в камне гробнице, недалеко от городской стены Иерусалима, изменило весь существующий мир и оживотворило человеческий род. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедши не нашли тело Господа Иисуса. Туринская плащаница соприкасалась с телом Спасителя не менее 30 часов и не более 40. Кожа усопшего первые 30-40 часов после смерти выделяет определенные вещества. Медики обнаружили такие секреции на плащанице. Во многих местах эти выделения растворили отпечатки крови и просочились сквозь них. Однако менее чем через 40 часов выделения по неизвестным причинам прекратились. В этот момент и появилось изображение. Оно возникло только в тех местах, где расстояние от тела до поверхности полотна не превышало 3,5-4 сантиметров. Это расстояние соответствует пробегу в воздухе альфа-частиц и других продуктов разделения ядер атомов. Изображение на плащанице светло-коричневое. Точно такого же цвета и обгоревшие места ткани. Спектрографические исследования показали, что изображение возникло в результате обугливания волокон ткани под действием мощного излучения, которое шло от находившегося в плащанице тела. Огонь от тела и пламя пожара оставили на полотне следы примерно одинакового спектра. Но есть у них и существенное различие. Волокна, поврежденные пожаром, обгорели со всех сторон, а изображение тела выжжено только на одной стороне плащаницы. Здесь у каждого волокна обгорел только один бок. Сгорание произошло в очень тонком слое, всего несколько микрон. Кроме того, изображение не имеет боковых поверхностей. Например, видна только передняя часть головы. Искажены пропорции некоторых частей тела. Пальцы удлиненные, а руки укороченные. На основании всех этих наблюдений был сделан вывод. Фигура на плащанице – это проекция человеческого тела на плоскую поверхность.
Изображение появилось под действием частиц, которые двигались в одном направлении, перпендикулярно поверхности Земли. Для этого тело должно буквально пройти сквозь полотно, оставив на нем свое изображение. Причем пройти вертикально вверх. Этот вывод объясняет многие особенности изображения на плащанице. Например, подогнутый большой палец просвечивает сквозь ладонь, как бы проходит через нее. Сначала через ткань прошла ладонь, а уже за ней подогнутый палец. Неизвестное излучение имело очень широкий спектр, в том числе в рентгеновском диапазоне. Оно было очень кратким, почти мгновенным. Ткань потемнела в зависимости от расстояния до тела. Темнее всего она в местах соприкосновения с ним. Именно благодаря этой особенности было восстановлено объемное изображение тела с плащаницы. При посмертном окоченении всех мышц тело должно было давить своим весом на расстеленное под ним полотно. Однако на плащанице это никак не отобразилось. Очевидно, что в момент появления изображения лежавшее в плащанице тело не имело веса. Неведомое воздействие, опалившее тончайший слой на поверхности хранящейся в Турине плащаницы, не может во всей полноте принадлежать к известным науке физическим явлениям. Его природа остается загадкой. И вошедши во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь». Работа ученых и специалистов из разных областей науки в рамках исследования Туринской плащаницы позволило собрать множество интереснейших фактов. Полотно фотографировали в ультрафиолетовом, рентгеновском, инфракрасном диапазонах. Проводились исследования в поляризованном свете. Специально изучались кровавые пятна и анатомические подробности изображения. Анализ полученных результатов занял несколько лет. Но никто не мог объяснить, каким образом отпечатки явились на ткани. Ни один из известных на сегодняшний день методов создания изображений не объясняет это явление. Тот, чье тело было обвито туринской плащаницей, жил в Палестине в начале первого века нашей эры. Его подвергли бичеванию, распяли на кресте, пронзили копьем. Его тело было обернуто льняной плащаницей. По прошествии 30-40 часов он восстал из нее.
Результаты исследований практически слово в слово повторяют евангельское повествование. Ветхое кончилось. Воссиял свет нового дня. Изнутри льняной ткани блистает свет невечерний, исцеление, преображение, победа над тленным и падшим, победа над смертью. Наступил день Господень. Христос воскрес в первый день после субботы, день, с которого начинается новое время. Христос воскрес, значит, воистину есть Бог. Христос воскрес, значит, воистину существует духовный мир, мир реальный и бессмертный. Христос воскрес, значит, жизнь сильнее смерти. Христос воскрес, значит, добро сильнее зла. Христос воскрес, значит, все упования христиан оправданы.